Приветствую всех многоуважаемых уважаемых, это Лерисиант и небольшой спидпейнт по превращению кота в человека. Это еще что? Единственное, формат холста немного неудобный для Ютуба, поэтому приходилось выкручиваться как получалось. Нужно все тщательно проверить. Ладно, сейчас я Кира, но если я специально проиграю, он может заподозрить, что я и есть Кира. Ну да, у товарища Киры с выкручиванием чуть попроблемней. Ну как же хорошо, чтобы не Кира, да, правда? Просто я Кира. Ну вот что так на тетрадь смерти потянуло, кто скажет? Нужно прекращать, а то скоро пойдут шутки про яблоки. Хотя, ну кто-то разве против? Не, наверное, всему виной тот факт, что я смотрела это нечто как раз-таки 2 года назад и в этот же период. 2 года назад. Кошмар! А я вот это, значит, еще удивляюсь, почему лето так быстро прилетело. Вообще, не лето еще не закончилось, последний день, но еще не закончилось. Жить можно. Кстати, тем временем дама уже почти готова, у меня тут волосы. Попыталась заморачиваться не слишком сильно, я думаю, это заметно. Но вот то, на чем я реально заморочилась, это я покажу чуть позже. Но если не поменяются планы, то можно будет превью увидеть у меня в ТикТоке. Кстати, если что, можно сделать полноценное длинное видео с такими подобными рисунками, может даже с другими животными. Потому что в Пинтересте так много котов. Но итог получился вот такой. Так что сообщите, если вам понравилось. Ну а на этом сверхкороткое видео заканчивается. Всех благодарю за просмотр и увидимся.